Добрый день, уважаемые наши подписчики магазина Hot Active. Поступили вот такие интересные катушки Шекспир 50 FD. Рыбач клюет хоть? Ага. Так, что из себя представляет? Это крупная катушка, которая идет сразу с намотанной леской и со второй шпулей в придаток. Очень хорошая катушка для того, кто впервые новичок или просто хочет, чтобы у него была в машине катушка, чтобы половить какую-то крупную рыбу, может быть, донку закинуть. Вот эта катушка именно для этого. Ну и две шпули и отличная цена позволит вам отлично половить рыбу. Три подшипника в этой катушечке. Ну и размеры. Это 50 для того, чтобы и на донку ловить, и закидушку, да. И более маленький размер, чтобы ловить. Какой маленький размер? Так, 20 FD. Чтобы ловить, опять же, три подшипника. Чтобы ловить на спиннинг, на удочку и так далее. Опять же, леска намотана уже. Все готово. Берете удочку, берете катушку, идете ловить. Вторая шпуля запасная в комплекте. Вот такая катушка по отличной цене. Уже готовый вариант. Следующие катушки, которые тоже не особо дорогие, но позволят получать удовольствие от рыбалки. Катушки всемирно известной фирмы Абу Гарсия. C56 FD. Особенность какая этой катушки? Смотрите, 4,4, по сути, силовая катушка, придаточное число, 4,1 килограмма. 4,1 килограмма здесь на фрикционе, 338 грамм, позволит ловить и дна. Вот так вот она смотрится, позволит вам ловить как на закидушке, как на донке, так и крупными колебалками и так далее. Размерность самая разнообразная. 56-я, 55-я, 54-я, 53-я, 52-я и 51-я. Ну, соответственно, в зависимости от размера, каждый размер подбирается под свои определенные условия. Но особенности вот более маленьких, то, что нагрузка на фрикцион здесь идет 7,2 килограмма. Обратите внимание, вот у такой катушечки, которая стоит не очень больших денег, 7,2 на фрикционе. Обратите внимание, тем, кто любит ловить на крупной приманке, ну и достаточно постоянно выманивая крупную рыбу, вот эта катушка по хорошей цене и качеству подойдет вам, я думаю, отлично. Вся линейка Абу Гарсии во всех магазинах Hot Active. Приходите, заказывайте. Будем ждать и будьте здоровы.